Сегодня мы встретились с командой нашей команды Карагандинской области по КВН. Они участвовали в международном фестивале. Это для нашей Карагандинской области очень большое достижение. За последние 20 лет это первая возможность участие нашей Карагандинской области, КВНщиков именно Карагандинской области, на таком высоком международном фестивале. И на данном фестивале в Сочи участвовало более 500 команд. И среди этих 500 команд наша команда, в общем-то, проходит на дальнейший тур. И дальше они будут участвовать в Москве, вот у них следующий в марте месяце. Поэтому, и учитывая, что данные КВНщики, наши ребята, это сборная, это и студенты идут, это и учащиеся колледжа, это и работники наши, Алексей наш является работником консультантом нашего филиала партии Нур Отан, поэтому мы через молодежное крыло Жас Отан, через совместно с нашими исполнительной властью поддерживаем эту команду и дальше будем ее поддерживать. Ну и хочу, чтобы эта команда, она не только выступала на международном уровне, но и в Карагандинской области она способствовала сплочению, единению молодежи. Мы выступили в Сочи под номером 118 команды. Два дня ждали итогов, после которого нас объявили, что мы получили повышенный рейтинг. Данный рейтинг позволяет нам играть в центральных лигах. Центральные лиги, их всего 8 по всему миру. Буквально на прошлой неделе к нам пришло приглашение от Лиги Москвы и Подмосковья, так называемая «Лампа», участвовать в фестивале ее центральной лиги Москвы и Подмосковья.